Его стоит. Подальше выбей куда-нибудь. Офигенно. И они не свернутся, короче, да? Так, Стас, закончилось время. Блять, не выбил. Алло, алло. Сорян. Но я и вернулся. Да, с ребенком просто разбирался. Сейчас все. Разбирался. И знаешь, такой тот. Вытираю салфеткой руки кровавые. Да я тут разбирался с ребенком. А ты, Пух, пойдешь туда потом? Нет? Нет смысла. Че, малыш, она уснула? Ну, это полуфинал Фестерс, да? Где же наш? Она там. Она не здесь, она там, вот на этом, на уголке. Ну вот тут вот рядом будет. Ну кажется, она там, на уголке вот тут. Вот. Мягкий уголок. Знаешь, это свои вот эти вот мягкий уголок. Ну, уголок. Просто диван. Это вот мягкий уголок. Мне кажется, она там была. Нету? Ну, я потом принесу. Потом принесу. Блин, я на Вована пытался. Он там идеально забежал. Уголки уголка. Подбор, да. Подбор, который в штрафной? Дядька Черномор. Скибищ. Не отдает. Блин, зараза, прервал. Все было бы четко.
Наш. Я не прошумал. О! Он сделал характерный жест и... Хера себе. Он просто на бедро принял. Разве так можно? Меня сломали. Еще розыгрыш жил, скорее всего. Налево давай, давай. Не прожимаем, да? Еще разок можно. Ложный мяч. Чуток. Сука. Ты мог там сразу Антон дать, пока не будет. Ну, задолбали уже. Цепляет. Вот даже к нему не идет, просто похрен. Да он почти два раза медленнее меня бежал. Что такое? Блин. Что, в угол встать? Вот он, хорошо встал. Встань в угол. Хорош. Ух ты. Гоняй, давай.
Вот ты все, обломались. На самую дальнюю. Во, ну ты вообще просто! Отрикошетил вообще. Это была рука Бога. Блатели стайл, короче. Это была рука Бога. Марадона отдыхает. Вот это да. Блин, ну что ты... Нет, рядом летит. Хорош. Удары не было, да. Точность ударов 0%. Да. И мне голевую не дали. Травмы, офсайды. Голевую не дали. Нарушения. Какой-то антифут. У нас это, антифутбол какой-то, и 1-0 введем. Ну да, наверное. На дальнем. Ай! Антон не смог, я его назад. Отводил, не смог остановиться. Нормально, бот да, просто вперед побежал. Хорош. Главное не увлечься и в защите остаться. Да-да-да. Ну да, я... Лама выбивает, блин. Да ладно. Так. Это еще какая-то что ли матч? Делаем. Гриша будет шапка. То есть это ТП, да, короче? Или нет? Короче, жопа. Гриша, ты будешь опускаться тогда? Да все опускаемся теперь, видимо. Ниже, блин, опустили. Да ёб ты что ты? Хрень. Ну это обидно вообще.
А ты что думал, я защитник? Это, наверное, первый удар по воротам. На ноги ждал. Ну, понятно, короче. Второй, походу, можно не играть. Да что за говно ненависть? Сучка, 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 я вовсе не медведь. Бля, я 100 лет не играл просто втроем в поле. Вы чё, с вратарь, между прочим, международной категории. Испугались. Если 10 человек держит двоих. Давай, давай, давай. Я забегу. Вот! Что за мать? От кого не ждали? Они нас закрыли, это бот один. Он бы чеканить постоять успел. Слушай, это гол же на выезде, да? Охренеть. Давайте, короче, защите нормально теперь отработаем, чтобы не забить второй. Ну да, ну да. До золотого дождя здесь. Игра до золотого дождя, нормально. Спроводим. Да вставай ты, блин, подкатит. Побивай нахрен, вот хорош. Нафиг. Антон, ты защитников прессует, Антон. Особенно ты, пух. Вов, ну ты чё, посмотрел на меня и развернул? Долго. Можно ещё забить. Все понятно. Дай выдохнуть и погнали в атаку вперед. Ну что ж, он забежал так далеко. Ой, какая нас ждет концовка. Давай выбивай. Хорош. Здорово. Бля, как так-то? Вот как-то так. Опа-па-па-па. Ничего себе, еще и нарушение заработали.
Давай, за штрафного. До 95-й ждем, короче, и все. Ой, сейчас будет клюк с передачей мяча, походу. Ну да, я типа Вове передал. И ничего не происходит. И Вова мной бьет. А смотри, смотри, смотри. Я не могу. Подвинул меня. Оп. Сожрали 2 минуты, нормально. Да куда же ты даешь? Да вставай же, вставай. О, я один. Это вообще за жесть.